радостная новость. Мосвинтаж возвращается на прежнее место в музей Москвы со 2-го, Зубовский бульвар, дом 2, со 2 июня. Будет работать 2, 3, 4 июня, 9, 10, 11, 12. Вот я на Мосвинтаже, дорогие друзья, музей Москвы. И начинается все с такой красоты. Обратите внимание, какой красивый кубок, а рядом с ним прекрасная кружка «Богемия». Чуть дальше я вижу белая ваза в окружении пути. Здесь все очень красиво. И все же я возвращаюсь к чайнику и сахарнице с зеленым крытьем. Какая красота это у нас Дулёва. А посмотрите, какая вазочка красивая, да, с портретом, и ручки такие красивые. Жозефина. Жозефина, да. Багарная. Да, Багарная, да, это. Они мне все нравятся, эти все, вот они. Да. Ой, а вот это какая ваша тоже красивая. Да. Да, у вас очень красивые вещи. Да. Очень красивые вещи, великолепные. Спасибо. А посмотрите, какая это ваза. И продавцы красивые. У вас и бижутерия красивая. Мы уже 100 лет вас знаем. Да. Это люди, которые к нам ходят и ходят. Да. Хорошо. Я на этой выставке была 63. И очки здесь красивые. Здравствуйте. Красивые очки. Здравствуйте. Ой, а вот это вот чьи такие необычные, белые? Белые Top Ford 2000. И сколько они стоят? Они стоят 10. Ко всем есть родные футляры, стекла в идеале везде. Замечательно. У вас такие разнообразные. Мне еще там вот целый стол. Да? Просто не знаешь вообще, что снимать, глаза побегают. Лето, сейчас число, так и очки нужны. А у вас какие красивые, а вас можно снять? Как же вас зовут, красавица? Меня зовут Алла. Алла, да. Удачи вам. Спасибо. Вы так шикарно выглядите. Спасибо, вы тоже. Должен быть, пока нету. А вот. О, точно, как быстро. Друзья, приходите, приходите за очками. Валентин Смирницкий. Ой, какой красавчик был. Какие фотографии. Молодые, красивые.
еще? Это у вас немцы, да? Тройки, да? И сколько примерно стоит? 2500 метров. Друзья, 2500. А посмотрите, какие цвета. А бирюзовый какой. Потрясающий. Какие расцветки. Так что все в музее Москвы. А ваша визитка? Кто вы? Нет у вас визитки. А? Нет визитки? Нету. Необычайные вещи. А вот посмотрите. Ой, какие супницы. Ну это же айвори. Фарфорного. А супница такая шикарная. Это куда? 12. Это сказки немецкие. Посмотрите, какая прелесть. А это тарелки уже Англии. Ну а это, друзья, для тех, кто любит миниатюрные скульптуры. Посмотрите, какая красота! Какие барышни! Какие интересные, просто необычайные вещи. Так что покупайте, приезжайте. Какая милота! Такая милота. Посмотрите, какие лягушечки. Потрясающие вещи. Не могу отойти. Но вот это знаменитые фигурки Далтона. Просто не могу отойти от этой красоты. От 9500. Они ждут вас. Франц Бауэр, посмотрите, какой замечательный кобальт, золото, золото 24 карата. Здесь, ой, ну здесь что-то много. Их много, на 12 карат. Да, то что смотрю, два сахарницы, два чайника и 12 кофейных пар.
вообще замечательный сервиз. А кобальт все реже и реже встречается с молочниками. Да. Очень изящно. Еще один не менее красивый. Ну, одна сахарница, ручка подъедет. Ой, сколько вы сказали? 31 тысяча все это стоит. Но если кто его заберет, тот получит больше. Еще есть две тройки и еще пару тарелок. А сколько же прелесть такая стоила? Ракетбар. 17 тысяч. Ну, не знаю, мне он тоже очень понравился. Слышали, там приз будет, еще к ним дадут две тройки и еще что-то. Так что, друзья, ну, кстати, очень-очень-очень он бросается в глаза. Очень нежный, очень приятный. Противоположность этому, но это уже чайный. И он очень такой весенне-летний, легкий такой, красивый. Там, если присмотреться моменты, это очень-очень шикарно. Ты какая девочка. Уселась. Красивая. Что-что? Да, может. Я что-то подустала. А Иван уже здесь был? Нет еще? Нет, по-моему. Ну, вообще, на Мосвинтаже бывает. Ой, вот это вот интересная вещь. Кстати, его очень заинтересовала тоже шкатулка. Как он сказал, крест. А лягушечка это чья? Она выбрала. Да? Очень хорошо сделано. Автор. И сколько же она стоит такая красота? Они продают для денег. Браслеты такие красивые. Ой, смотрите, какая лампа, боже мой. Ну, тебе все красиво. Не пойму, это модерн, что ли? Да. Верх похож на модель. Вот похож, да. Они могли старую вещь сделать и с таким этим. Красота, красота. А вот эта ваза красивая, вот, но она тоже модерн. А это чья? Франция. Франция. И сколько она стоит? 19 евро. Очень красиво. У вас все такое. Ну, через неделю мы подпишем. Я вот так пытаюсь. Или через вниз. Спасибо. А я снимала это когда-то.
друзья. Ой. Я узнаю этих собачек, узнаю эту курочку. Ой, какая курочка прелесть. Ну, это уже более такая, да? Ой, сколько курочек, наверное, кто-то коллекцию снимает. Петушок, золотой гребешок. Кто-то коллекцию собирал курочек, да? Такие красивые. Так я рада, что опять все здесь. Так завязывайте, хотите, так хотите. Ручная роспись. Так, вот это блюдо, по-моему, это ручная роспись. А чье это? Что, что? Это знаки зодиака. Что там? А чье оно? Это Германия. Кучеро это. Фирма. 2000 штук всего сделано. И сколько такая красота? 7000 штук. Я тебе по 2 штуки беру. Ой, а вот это какая голубая нежная ваза. Нежная, нежная. Потрясающе. Я тебе свяжу, Вик, я тебе свяжу. Какие чайники. Все, Викс, держи. Лучше нас никто не запакует. Скоро закажем, пока дойдет, я позвоню. Я понял, Лев. Хорошо. Ты же видишь, что делается. В этот раз Мосвинтаж проходит не во втором корпусе, как обычно, а в третьем. Зимой я уже делала отсюда обзор рынка. Площадь намного, помещение намного меньше, но оно состоит из нескольких комнат. К сожалению, из-за маленькой площади не все продавцы, которые хотели, участвуют в этом проекте. Не участвует и моя любимая продавщица Оленька, но она надеется, что дальше блошиные рынки будут проходить в музее, во дворе музея Москвы. Тогда будут участвовать все. Вы только посмотрите, какая певица! А это церковный хор мальчиков. И, кстати, обратите внимание на эту тарелочку с виноградом Шуман. И у нее прекрасные резные края. К сожалению, продавец отошел, и я не смогла узнать цену. А вот еще кошки-музыканты. И замечательные фарфоровые птички. Это, по-моему, снегири с такими красивыми розовыми грудками. И еще очень красивые белоснежные тройки с золотом. Ну, а рядом мы видим фарфоровые цветы. По-моему, они без изъяна. Посмотрите, какая красота.
Металл, какие чайники, какие бомбоньерки, сахарницы. Молочники. Соусники. Ведерки для шампанского. Да. Сверкает просто по-царски все. Боже мой, глаза разбегаются. Какая красота. Нет, металл, конечно, очень красивый. А на столе, когда он бывает, это вообще сказочно. Ну вот, друзья, и все новости. И пока я снимала, начался настоящий. Вот, меня застал дождь, и дети я уже не могу. Замечательного лета, здоровья и удачных находок на блошином рынке. Встретимся с вами уже на даче. До встречи, мои дорогие!